На сайте горзаказ.орг появилась информация о том, на какие нужды собираются тратить бюджетные средства чиновники Колпинской администрации. Особый интерес вызывает контракт на закупку брелоков рулеток. Читаем по сайту. В графе «Предмет запроса котировок» написано: «Поставка сувениров брелок рулетка для нужд администрации Колпинского района. Количество 43 590 штук. Стоимость заказа 499 997 рублей и 30 копеек». То есть 500 000 бюджетных денег будет потрачено на брелоки. Если их разделить на количество сотрудников районной администрации, то каждому можно будет выдать около 100 брелоков. Вполне очевидно, что это очень важная вещь в работе колпинских чиновников. С помощью таких изделий можно всегда держать ключи в одной связке или что-нибудь постоянно измерять.